Минимум на 8 часов сегодня отключили отопление и горячую воду для жильцов одной из центральных улиц Барнаула. Под ограничение попали 56 многоэтажных домов, 2 школы, 5 детских садов и 3 больницы. На тепловой сети на проспекте Калинина обнаружен дефект. Коммунальщики начали проводить оперативный ремонт, для этого и потребовалось отключение. Как пояснили в БТСК, ограничения должны были ввести еще в выходные, но сроки ремонта решено было перенести на будни. Возобновить подачу тепла и горячей воды обещают в 11 часов вечера.